Ой, что-то глаза мои рябеют. Санька, ты что ли? Миша! Я! Миша! 17 лет! Фабрика звезд! А когда-то с Киркоровым пел. Было дело. Повернись ты к нему тогда другой стороной. И сейчас бы, наверное, был бы на месте какого-нибудь. А я все по социальным программам в райисполкоме работаю. Я там при главрайно бумажки всякие подписываю. Учу ребятишек столярному. То табуреточку, то столик. Столярному делу обучаю. Ай, пригодится в жизни. Помнишь, как мы в туре были, ездили, 300 городов объездили. Ох, какие мы были озорные. А ты какой был цыган, как выйдешь прям все. А, цыган вышел, цыган! Сань, ты ж пел раньше, как женщины сядут, прям рты как раскроют, поешь же. Да, так у нас один тоже запел, знаешь. Потом... Сашка, Сашка, как же тебя видеть? Да я-то люблю тебя, Михаил! А вот Дзюба в люди выбился. А мы с тобой вон на что? Вон на рекламе показывают. Ты табуретки делаешь? Моими табуретками. Ты табуретки делаешь, а они вон это, вон на что? Моими табуретками умеешь. А помнишь, я тебе глаза накрасил? Вот это я не вспоминать-то не хочу. Сейчас я трудовик. И хватит об этом. Прощай, Саша! Прощай, Миша! Встретимся потом! Встретимся! Пока! Потом.